У нас есть пистолет на скорость атаки и баночка на хп. Так, и вот первая встреча уже называется на Сандеркинг, видит всю команду, так и запрыгивает у нас на Джоуль, но ребята принимают решение отойти, страдает айпус у нас, щит кидает ему аждан, на развороте он прыгает, лично встанет на сценарий, уходит так в инвиз, и на лоу хп пытается уйти. Сел он банку, и вряд ли его уже здесь ребята догонят. Да, потеряли, конечно, но... игрока, команда Айбовет и First Blood за командой Renegades. Ушел у нас Така. Пошел в свой лес, да, повезло ему очень, в инвиз он вовремя ушел и не смогли его просветить ребята. Нет пока что минок, нет пока что просветок. Ну и продолжается фарм. Так, Дешадо у нас, похоже, будет выполнять все-таки роль саппорта. Есть у него уже щит. Также он взял контракт и минки. Посмотрим, посмотрим, как он сможет это реализовать. Так, команда Эпоет у нас тоже, в принципе, завартила свой лес, много минок у них, и пытаются они кого-то найти на лайне, но Трафалгар у нас ушел вниз, никого на лайне нет сейчас, и вот, возможно, будет стычка здесь, находят они противников, получают у нас Эмеркинг, наступает у нас Вокс, очень просил, он так и проседает, называется на минке, прыжок отличный от Айпуса, и это минус Така, остается у нас на лоу хп, остается Вокс, умирает Вокс, и... Адриан у нас не смог уйти. Минус 2 полкила делает у нас Айпус. Зарабатывает себе 4 фрага у него уже. И это эйст. Первый эйст для команды Renegades. Трафалгар у нас решил посидеть в кустах, не будет он подпушивать, нет у него минок, не знает он, есть ли кто-то в кустах. И да, дожидается просто пачку крипов и начинает их зачищать. Также Адриан у нас здесь подходит, просто на лайне встречаются. Ну а в кустах ничего пока не происходит. Засветился у нас Дешадо, просел он на минки и остается все-таки здесь. Нет, поставит он минку, будет ждать, а тем временем снизу у нас Ардан с Айпусом уже наготове, знают, наверное, они, где у нас противник находится, и, возможно, сейчас будет у нас подловлен так, когда пытаются его догнать, забирают у него фарм, и вот у нас Дешадо зачем-то зашел в кусты, увидел там всех троих ребят и чуть ли не погиб, принимает решение у нас Дешадо отойти, да, и просто отходит ребята. Хотят они пока драться. Так, и тем временем команда Айпоет у нас хотела пропушить немножко линию, но решила все-таки отойти, да. Вот они, значит, сбивают минки, просилают, но все очень Дешадо. Ну, я сейчас отличный шанс, да, отличный прыжок у нас от Айпуса, это минус Джоуль, минус Дешадо, очень сильно пострадал он. Слух хп был, никак не мог здесь выжить. Ну, это пятый килл для команды Renegades. Набирают они преимущество. Что уровень у нас уже у Айпуса. Да, закупает он вооруженный билд. Ардан у нас, скорее всего, будет собирать фонтан.
Но Вокс тоже по стандартному закупу идет скорость атаки и в кристалл. Командой по уету так и появляется арбалет. Адриан также у нас имеет скорость атаки немного кристалла, но вот собрал он себе уже рефлекс блок. А Дешаду продолжает макси чит. И возможно тоже будет собираться фонтан. Прежде всего у нас в кустах Трафалгар есть, ульта у нас уже у Адриана, и возможно они хорошо могут здесь подловить. Не знаю, конечно, враг, но мимо не попадает станом, у нас Джоуль и Вокс. Трафалгар просто прячется за вышкой, снизу, наверное, сейчас будут подходить его тиммейты, защищали они лес, 7 уровень, уже у нас вайпуса, очень сильно он может здесь нарезать, есть у него уже топор за Максина, и так пытается из кустов ворваться, он вайпуса, отличная ульта от Ардана, и вайпус ультует из-под этого барьера, проседает у нас вайпус, очень сильно, плохие действия от него, и не знаю, почему Трафалгар не участвовал в этой битве, просто он стоял на лайне, не помогал своим тиммейтам, и это минус Ардан, размен 2 в 0, и Трафалгару нужно уходить отсюда, но он пытается хоть кого-то здесь забрать, очень мало хп у нас у Дешадова, и добивает золотой прииск, это жесть, погибает у нас стака, и просто Адриан здесь делает минус 2 в соло, помог ему золотой прииск сделать третий килл, и еще становится 4-7. Пользу команды Renegades. Чуть раньше надо было, конечно, Трафалгару у нас подтягиваться к своим тиммейтам, и возможно бы они замес выиграли без потери. Накопил у нас уже золотой прииск. Полностью золото, но ребята пока не решаются его захватывать. Продолжается фарм. Вся команда Ренегейт собралась у нас на лайне. Ждут они своих противников. Возможно, сейчас подловят Вокса. Опуск отлично простреливает Вокса. Но взрываются не на минки, палятся. И в кустах очень много мин от команды. Айпоед проседает у нас Айпус. Нужно очень ему аккуратно действовать. Отходит назад. Также проседает Фугар. Был провел ему хилочку. Отлично летает здесь Шадоу. Сбивает они Ордана, минус Вокс. И остается только Айпус у нас здесь, и он, в принципе, может кого-то забрать, но принимает решение отойти. Да, произошел размен 2 в 0. Айпоед потихонечку нагоняют. Но Айпус тут агрессивно действует, чувствует, что где-то кто-то здесь есть, хочет крови, да, видит он таку и убивает таку практически из двух ударов. Не знаю, может быть, какой-то лаг был, не успел таку у нас ничего здесь сделать. Так, ну вот отличное действие от команды Renegade, сбивают они все минки, защищают потихонечку лес, наверное, готовятся к захвату все-таки прииска и будут здесь ждать своих оппонентов. Айпус у нас продолжает закупаться в кристалл, и вот прыжок от него, отличный стан Вокса, и Адриан должен отходить, он использует он блок, но получает массивный крит и погибает. Ультур у нас тут Эмеркинг и Дешадо уже здесь, отсюда никуда не уходит. Один из троих он стоял. И так просто принимает решение бежать, фармить. Потому что один он здесь не сможет никого убить. Палит он на минке, но в это время... Да, странно, почему-то ребята не забирают прииск, а просто они гонятся за атакой, хотят они убить его, пытаются прочекать айпус, но мажет скритом, но и так выходит из низа, пытается в айпуса нарезать, но если Ардан дает щиту на айпуса, и это минус така. Отличные действия команды Renegade, просто пошли они, пошли драться, убивать таку, не хотели давать ему фарм, ну, в принципе, правильное решение, не стали они захватывать этот ник, хотя Вокс мог, в принципе, соло его это сделать, но он продолжал просто чистить лайн. И набирать, в принципе, слайна голды достаточно себе. Появляется у нас у Эмеркинга уже фонтан. Также у Дешадо есть фонтан. Но по уровням, конечно, лидирует у нас Ренегейт. 10 уровень.
у нас у Айпуса. И отличный стан двоих от Айпуса. И пытается утянуть за шадом на прыжке, но не смог этого сделать. Только Адриан. И Адриан также не смог уйти. Айпус просто наказывает здесь всех своим скиллом. За максимум он уже громовой удар. И просто критует, критует. Безбожно, люто. И всех убивает. Счет становится 14-6. Ну и так пытается что-то здесь сделать, отрывается он. Кого-то хотел, наверное, застилить. У нас золотого прииска, но это была ошибка. И ребята из команды Ренегейтс получают золото и убивают Таку. Не теряют они время, принимают решение забрать рудник. Хоть у Ордана и не так много жизни, но... Ребята очень активно играют. Очередная ульта от Льдана. Отлично, отличный стан на двоих. Должен быть сейчас прыжок от Джоуль, да. И пусть станет The Shadow, и The Shadow не сможет отсюда уйти. Адриан пытается издалека что-то... кого-то здесь покарать, но... ребята из Ренегейтс очень-очень аккуратно действуют. Но атака у нас... соло бегает по лесу, пытается фармить. И своей команде, конечно, не помогает. Странный выбор героя он от команды поет. Джоуль в роли саппорта. Конечно, возможно, именно из-за этого здесь они... здесь им будет сложно выиграть. Тем временем появляется Айпус, он у нас уже монокль тирана. Просто бешеный сейчас дамаг должен проходить от него, с критов. Так, и запрыгивает он в Дешадоу. Да, получает у нас стан Дешадоу, и просто он с места не может сдвинуться и погибает. Адриан вынужден убегать, включается паук и бежит, бежит просто от своих противников. Непонятно, непонятные действия от Дешадоу. 8 смертей уже у него. Никого он не смог убить. Счет 17-6. Разгромный счет. Но ни одной турельки еще пока не упало. И, возможно, будет здесь какой-нибудь камбэк, если так, а что-нибудь нафармит, и вместе ребята соберутся. Так, ну и вот приходят они уже под вышку, под турель, начинают ее пилить. Получается, крита у нас Адриан станется, отлично, ульта от Ордана. И Айпус проседает от вышки. Под вышкой это, конечно, был, наверное, не очень удачный здесь выбор драться. Проседают ребята из команды Ренегейтс. И нужно им выходить, либо дострелять уже эту турель, которая очень больно пьет. И так пытается запрыгнуть хоть кого-то. Юзает он щит, но не может никого убить. И просто бежит, бежит. На ОХП уходит у нас Така. Погиб у нас Адриан здесь. Размен 1-0. И ребята из команды Ренегейтс продолжают пушить, захватывают очередной раз рудник. Появляется у нас горнило у Эмер Кинга. И Айпус принимает решение закупаться щитом. Десять хилов у него, всего одна смерть. Превосходно идет у нас Айпус. И вот появляется у нас Кракен. 15 минут игры. Все вместе собрались с командой Poet. Так выходит инвиз, пытается кого-то здесь зачекать. И да, прыгает он чем-то непонятно в кого. Получается, там Дешад у нас проседает, ничем не может помочь своей команде. Не успел он даже прожать фонтан. И это минус Вокс. И так она лоу хп уже никуда отсюда не уходит. Размен 3 в 0. Эйс очередной для команды Ренегейтс. И принимает решение не просто пушить. Не хотят они захватывать Кракена. Падает вторая турелька. И что же сейчас? Просто скрипами, да, заходят они на лайн. Успеют они забрать еще и третий тауэр. Ну вот тут запрыгивает Дешадоу, ульта от Ордана. И это было плохое действие, конечно. Дешадоу подставился очень сильно.
Вроде есть у него фонтан, вроде есть какая-то броня, но против троих игроков он никак здесь не выстоит. Очень странные действия от него. И просто он погибает здесь. И отдыхает. Отдыхает еще 13 секунд. Но команда Ренегейтс очередной захватывает рудник. И, возможно, сейчас будут двигаться на Кракена. Есть у них время. Есть у них, в принципе, хороший дамаг. Трафалгар у нас уже собрал неплохие итемы на урон. И появляется у него гида. Также пусть я замаксил гиду. Нет проблем, ребят. Ребят, с деньгами. Почти на 10 тысяч они превосходят команду iPoet. Ну и просто фармят. Ждут момент. Но команда iPoet не сдаются, не сдаются. Так он, конечно, зря сюда, наверное, сейчас зашел. Да, получает он. Кардана получает он стан, ультует. У нас Вокс забирает таку. И ситуация 2 в 3. И ребята из iPoet просто убегают. Не могут они здесь выдержать этот напор, выдержать этот бешеный дамаг от команды Ренегейтс. Ну и Вокс. Вокс вряд ли уйдет. Да, Джоуль с ульты просто забирает. Превосходное действие от Айпуса. Очередной эйс для команды Ренегейтс. Счет становится 25-6. 5 секунд, 6-5 секунд до возрождения атаки. Ну и вряд ли он что-то здесь сможет сделать. Ребята просто пушат, ультуют у нас Ордан. И юзает на лоу хп, успевает произвести фонтан, выживает Ордан. И да, атака уже здесь ничего не успевает, он просто стоит на базе. Это победа. В принципе, легкая победа, но 17 минут всего нужно было команде Ренегейтс, чтобы закончить этот матч. Напоминаю, что это группа H, последняя группа в групповой стадии. Ренегейтс зарабатывает первые 3 очка для себя. И нужно им еще победить один в одном матче, чтобы выйти в плей-офф. Ну а команда iPoet ждут еще матчи. И, в принципе, они могут еще выйти тоже, если победят в двух битвах.